Translation Forum Russia 2017. Уфа впервые стала местом проведения крупнейшего в России форума переводчиков. Сотни участников со всего мира в течение 3 дней обменяются опытом, проведут встречи и дискуссии, а также поделятся новейшими разработками. Екатеринбург, Питер, Казань, Москва, Сочи, Астрахань, а теперь и Уфа. На 3 дня столица республики стала местом встречи и общения переводчиков-фрилансеров, преподавателей и разработчиков программ. Это хорошая профессиональная площадка для обмена мнениями, для познания чего-то нового. Только приветствовать стоит такие мероприятия. Участники форума познакомятся с обновленными стандартами, нормативными требованиями, подходами, концепциями отрасли, а также обсудят проблемные вопросы. Основной вопрос, который будет затрагиваться на Уфимском форуме, и, собственно, он обсуждался и на предыдущих форумах, это создание отраслевого переводческого стандарта. То есть это и подходы к переводу, и уровень квалификации переводчиков, и требования, которые будут предъявляться к переводчикам. Все это будет обсуждаться здесь. Кроме того, на самом форуме будет еще ряд интересных тем затронут, которые, может быть, являются не столько проблемами, сколько возможностями для перевода. Это и технические средства, которые необходимы переводчику для работы. Это и различные электронные сервисы, которые помогают также и переводчику в работе и делают эту работу наиболее продуктивной. Хоть форум переводчиков проводится в Уфе впервые, он уже традиционно собрал участников из городов России и зарубежных стран, среди которых Италия, Франция и Бельгия. Каждый год на форуме представлены разнообразные языковые секции. В этом году в программе французский, испанский, китайский и башкирский языки. Добрый день всем. Я очень благодарна за то, что меня сегодня пригласили на это мероприятие в Уфу. И я хотела бы обсудить на этом форуме с вами 3 вопроса, касающихся французского языка. Также гости форума смогут расширить круг международных контактов, что позволит одним найти работу, а другим работодателя. Именно с этой целью Екатерина Ефимова приехала из Москвы в Уфу. Девушка занимается локализацией компьютерных игр, и ей требуются специалисты по переводу. Люди нужны с разной экспертизой, в разных языковых парах. Область у нас перевода такая сложная, междисциплинарная, вот, поэтому новые люди всегда нужны, и здесь их много. Всего запланировано около 100 мероприятий. Именно столько докладов, презентаций, мастер-классов и нетворкинг-сессий вошло в программу международного форума Translation Forum Russia 2017. Рустам Нурешев, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.